Дай лица. Давай. Дорогие лица, хорошо у нашего президента, у нашего кандидата, что он решает не только государственные проблемы, но он решает проблемы наших людей. Я хочу поблагодарить Игоря Николаевича за его поддержку, за его активное. Первое, инфраструктура мы сами видим. То там дорога более-менее стала хорошей, то здание там отремонтировали, все. Но я его хочу поблагодарить в первую очередь за то, что ценности семейства и наша вера остается непоколебима. Дай Бог, чтобы это было дальше. Во-вторых, большое ему спасибо за то, что он нам тоже помогает финансово. И храм, там некоторые вещи, мы тоже. Большое ему спасибо, это тоже его вклад. Главное же. Хочу вам сказать большое спасибо за поддержку, которую вы всегда нам оказываете. На всех выборах вы были рядом с нами, вы нам помогали, вы нас поддерживали, и мы делали все возможное для того, чтобы ответить им же. Вы знаете, что я особо тепло отношусь к Югустову. Я очень надеюсь, что мы с вами встретимся через несколько месяцев в той же должности, но без масок. Согласны? Спасибо большое. Спасибо, всего доброго. Я хочу всех поблагодарить за сегодняшнее участие на нашей встрече. К сожалению, у нашего кандидата график очень плотный. Давайте пожелаем всем удачи ему и победы. Я призываю всех 1 ноября прийти к урнам. Думаю, что в этом году, в 2020, 1 ноября, выйдем и сделаем то же самое. Все вместе. Будет, уважаемые чечнекевицы, я хочу... Дорогие друзья, я очень рад вас снова увидеть. Я вам хочу сказать большое спасибо за то, что на разных этапах. Вот последние 13 лет, мне кажется, первый раз здесь я был в 2007 году, когда был еще министром экономики, но последние 13 лет вы всегда нас поддерживали. Вам большое спасибо за это. И вы знаете, что мы отвечаем тем же. Вы знаете, что мы всегда стараемся помочь там, где у нас есть такая возможность. В этом году, в непростом году, у нас пандемия. Без масок, я уверен, что без масок увидимся. И будем вспоминать об этом.